еще 50 метров. Равен нам человек, явился и бессмертный, всем равно смерть претерпел и жизни показался путь. И я же представшимся сподоби, яко человека любит с прощения согрешения, крик своих Бог Израилев, несказанная твоя слава, ежепаче паче слова твоего блаженства, твои я желающий пусносущной славы, сладкого твоего причастия. Покрой, Господи, души усопших, раб твоих, чрева врага. Что, и ребенка и вообще нет, ее срубили, что ли? Вот это, Виталий, ребенки тут нет.